Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной тест мега-мега крутой имбы. Почему многие его не юзают, я не юзаю, потому что есть более мега имбы, чем он, но это очень крутой герой, это ПБшка, который один из топовых героев, который наносит процентуальный урон. Такс, поехали, покажу вам героя во всей красоте. В общем, у нас два варианта. Я думал качать ОЗ-шку, но у меня и так уже дофигища героев с ОЗ. Или, в принципе, качаем ОЗ-шку. Десятая ОЗ, которая дает 80% плюс 55% отражалки. Герой наносит, как видите, дофига 1920. Героям, которые попадают в столб, который он плюс он станет. Также герой получает на 82% меньше дамага. И у нас непростая сборка. У нас он будет еще с Holy Conviction, священным судом максимальным. То есть у нас он максимальной сборки. Плюс у меня вот такая вот снаряга на нем. То есть все крит дамаг, он крит. Будет не то, что критовать, он будет наносить огромный критовый урон. В общем, такая вот сборочка. Давайте поставим. Такс, 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 такс. Возвращаемся обратно к герою. Имеет иммунитеты к стану и страху. И, ребят, вот, кстати, вот многие не знают, он в своей части как бы автопрокер, но не такой автопрокер, как остальные. Надо, чтобы просто в зону его действия он вроде как бы ближнего боя, да, но если он побегает, его столб накидывается. Сейчас я вам покажу, каким образом. Вот такой вот вариант. Ему не надо бить цель. То есть, если он на нем будет ремочка, он ударит автопроком. Смотрите, покажу вам на примере подземки. То есть вот он у нас заряженный, он сразу отсюда столб не может закинуть, но как только он дойдет, вот видите, а бьет он уже с руки намного ближе. То есть он по сути автопрокер. Если на нем будет ремка, он будет просто бешеным. А посмотрите на крит, который он там наносит, это просто что-то невероятное, это при том, что он у нас собран сейчас не на максимальный дамаг. То есть у нас сборочка, давайте пойдем в эксперт. И у нас есть такие топовые. Он, наверное, застанет. Вот посмотрите, какой там дамаг, просто бешеный. Это просто жесть, ребят. Ну и видите, его станет. Когда только он юзает свой скилл, тогда его невозможно застанет. Ну, просто кайфовый герой, как по мне. На сегодня, конечно, многие его не используют. В силу того, что есть другие топовые герои, но он наносит процентуальный урон. Вот такой же, как и Роза, то есть такой же, как и Анубис. Очень немного у нас героев, которые наносят процентуалку. Без донаты могут его использовать на архидемона. Он будет выбивать максималку, то есть 500к, который есть. Но это у нас дефная сборка, как видите. Это мы от бомбочек получили только что нормально. Люлей. Такс. Такс, 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 такс. Где-то там. Давайте сюда поставим еще ангела. Вот так вот. Вот такая вот у нас будет максимально дефная сборка. Здесь попробуем поставить СО. И поехали, попробуем, посмотрим на него, чтобы его попробивали на подземках. Вот мне хочется посмотреть максимальный дефный вариант. Конечно же, ему надо будет зарядиться. Давайте с кошмарок. С пятой кошмарки начнем. А потом пойдем еще на PvP локации. Ну, для того, чтобы он заработал, надо ему включить свой скилл. Тогда у него получается, включается деф. Ну, посмотрите на вот это. Это пока он не включился. Они получают нормально, кстати, отражалки получают. Вот начали попадать, нифига себе. Эти все-таки ангел ангелом, но лучше все-таки ему ставить слона. Блин, а дамажит таки нехило. Интересно. Все-таки задамажили. Я ожидал больше, но он не включил свой скилл. Давайте теперь мы поставим сюда вместо ангела
слоника обратно. Сейчас будет намного веселей. Посмотрите, что он с ними делает. Посмотрите на этот урон. 4 ляма просто с руки. Это офигеть. Тут, конечно, когда крит пролетает, он нереально крутой. Помимо того, что процентуальный урон, но плюс у нас увеличенный 14, по-моему, если я не ошибаюсь, 14 тысяч у него крит урона. Это при том, что у нас стоит дефный вариант сборки. Он все равно критует неплохо. А давайте попробуем, есть у нас такая веселая подземочка, кошмарка 4. 4.9. Здесь у нас есть меса, у которого 80 миллионов жизни. Сколько? Нифига себе, это что он там с ним сделал? Я офигею от этого крит урона. Посмотрите на внимательно на крит урон. Так, ударил в другую сторону. 27 миллионов просто выдает. Обалденно. Я уже боюсь представить, что будет, если мы его соберем на урон. Просто чисто сборка на урон. А мы это можем сделать. Нереальные просто удары у него, конечно. Ну, как видите, надо его обезопасить от стана. Вот сейчас он тут себя просто включится, если Атлант не вырубится. Он скажет «до свидания». Но это нормальное явление для героя с таким уроном. Смотрите, покажу вам статки. 13200. 13200 это у нас, ребят, крит урон. То есть если он включается на максималку, он реально очень круто дамажит. Так, хорошо, поехали дальше, поехали на следующий. Я хочу дальше посмотреть, я хочу посмотреть кошмарку шестую, какой тут будет у нас входящий. Пойдем сейчас на PvP локации. Пишите в комментах, если вы хотите увидеть этого героя на атакующей сборке, что он будет чудить. Вот тут, конечно, процентуальный урон, но если добавить, там будет просто жесть. Ну, вот такой сборки он может себе свободно бегать. Ему не страшны. Я не знаю, вот интересно сейчас будет посмотреть. Да, у нас тут сейчас пойдут отражалочки. Ну, у нас отхила нету. Так, окей. Давайте попробуем вариант. Ремку ставим. Идем на по локации, посмотрим. Ремка нам даст немножко урона, и плюс у нас будет увеличенный деф. Все-таки там надо. Сейчас посмотрим, какие будут противники у нас на арене. Даже есть огник. Ай. Так, по центру он. Хорошо. Собираем команду. Попробуем такой вариант. Посмотрим, что получится. Бум ударил. Ну, как видите, пробивают в районе 100к. Ну и сливается неплохо. А теперь поставим обратно. Многие говорят, зачем вот сочетать и то, и то. А оно реально работает нормально. Так, пробуем обратно. Ставим сюда СО. Делаем обратно максимальный дев. Я уберу даже слона, поставлю ангела. Ай, куда я опять полез?
14. Посмотрите, насколько разница. Насколько его пробивают меньше. Ну, понятно, то есть в таком варианте, в такой вариации его замораживают, ну, как и всех героев. Мне самое интересное посмотреть, чтобы он был более универсальным. То есть ремочка самая, ну, так, ремку возвращаем. Я думаю, возможно, скоро мы протестируем его на максимальный урон, посмотреть. Возможно, подашку поставим как вариант, чтобы он не сливался, плюс ремочка. Он не будет на отражалках сливаться, не будет станется. Так, блин, опять меня на подземке тянет. Ну вот он включился. Но все равно, видите, он не настолько универсальный, как вот эти герои. Хотя там герои хорошие. Фрея, Огник, Некрос. Некрос снимает бафы, Огник тоже, и Фрея. Поэтому что-то тут ожидать прям мега такого не стоит. Так, ну не дали. А ну давайте попробуем. Знаете, что попробуем сделать? Отбежать. Попробуем такой вариант, а потом дуэлянтом попробуем задержать. Смотрите, что сейчас будет. Вот поэтому он кайфовый. Он просто тупо обошел. Если тут, допустим, бегают по одной линии, здесь он просто будет творить чудеса. Вот смотрите внимательно опять. Там 6 героев стоит, или сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Он один просто тащит. То есть в обход можно, в принципе, если у вас противник бежит по одной. Этот герой просто подарок будет. Сейчас на Асуре, смотрите, что с ним может слиться. А, не слился, в принципе. В принципе, держится. Так, ну, успеет или нет? Не, к сожалению, не успел. А, там тоже ПБшка, вот тоже явный пример того, как ребята используют. Ну, тут по трем линиям уже бежит. Ну, пробивают, как видите, даже в такой сборке, но все равно держится он намного лучше. Хотя у нас на нем нету уклонений, но максимальный деф, в принципе, плюс крит урон, если кританет, то кританет. А, так. Окей, поехали на самое интересное. Вот где его нужно использовать и можно использовать. Вот в таких вот локациях. Сейчас единственное. Я поменяю, поставлю его. Одного. Вот, например. Он очень неплохо заходит против Фреи даже той же. Он станет. Вот смотрите, вот тут у нас 30-е прорывы, тут без вариантов, я вам скажу так, тут плюс роза, она нас просто ушатает. Давайте обновим кого-то другого, найдем. Он боится, конечно же, отражалки. То есть даже дефный вариант, он сейчас, если хрон будет, а хрон есть у нас включенный, он сейчас просто может слиться, если включится. Ну, его парализуют, как видите. А вот он включился. Посмотрите, там уже половина практически слилась. Ну и он сливается на отражалках. Ну, почти. Плюс Фрея была. Посмотрите внимательно на вот это. 1 против 5. Ну, вариаций, как бы, сборки много. Я думаю, еще дефную опять же потестирую. Но вот это самый оптимальный вариант, когда у тебя деф. Он и так будет наносить огромный урон, потому что он процентуально бьет. Плюс станет, то есть на PvP локациях в пачках со станом. Возможно, еще раз соберу, покажу. Он нереально крутой. Сейчас. Оп. И просто их нету.
То есть одна вертушка, вот ремочку ставите, плюс чтобы он жил вот такой же против меня, но он не дожил, потому что он не успел. Тут у меня герои ремки и ладушки стоят. Ну, автопрокеры есть автопрокеры. Вот Фрая есть. Очень неплохо он против Фрая заходит. Посмотрите. Это просто песня. Осталось в итоге у нас кто там? Бугимен остался и Фрея. Смотрите, что он делает с ней. Ну, понятно, он 30-го левела, но результат налицо. То есть такой вариант героя лучше, мне кажется, всего. На атаку его собирать, ну, будет он дамажить там скиллом бешеным, но любая отражалка, разве что ПДшку ставить, ПДшка плюс ремка, тогда вариант на ПВП локации будет неплохо, он хоть сливаться не будет, но его будут пробивать все равно. Но дамага там будет очень много. Давайте против землеройки попробуем, посмотрим. А, он слабенький. Но все равно посмотрите, как просел на Асуре. То есть любая отражалка и ему пипец. Но зато здесь отхил от ангела бешеный. 700-800к. И можно без проблем бегать везде. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот герой. Пишите в комментах, что вы думаете по данной сборке. Ждите новых сборок с максимальными прокачками. Пишите, хотите ли вы увидеть этого героя на атаку собранного, что он может. Если да, там будет 300-400 лайков. Ну, это, конечно, Unreal. Сделаем без вопросов. Все, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.